Думаешь, он отдаст эти 3 миллиона? Не 3, а 3,5. Поживем, увидим. Но обосрался он сильно, а это хороший признак. Так, что же я ел в прошлый приезд, не помню. Ну что-то же я ел. Борщ, пельмени, пиво. Точно. Выбрали что-нибудь? Да, Татьяна. Принесите нам, пожалуйста, 2 борща, 2 порции пельменей, пиво и компот. Или тебе тоже пиво? Компот. И компот. Все? Да, все. Да, девушка, и не спешите, пожалуйста. Мне 10 минут нужно в номер подняться. Ладно? Ну, чтобы не остыло. Хорошо. Спасибо. Ну, чего? Посидишь немножко? Я быстро.